Нурбек? Лаура? Ну как у тебя на личном-то? Да все так же. Жду свою принцессу. Когда же обратит на меня внимание? Ой, у меня так же никого нет. Уже даже вариантов не вижу. Ну ты присмотрись. Возможно, кто-то рядом, кто сильно сохнет по тебе. Да кто? Кто? Бекзат? Арман? Букиш? Нет, ну может прям из друзей кто-то, кого давно знаешь. Ой, нет, уже всех рассмотрела, если честно. Блин, вот с тобой же кому-то же повезет, же Нурбек. Ты же мечта любой, без вредных привычек, такой добрый. Не ты, а тебя нужно на руках носить. Кому же достанется такой лакомый кусочек? Ну хоть какие-то варианты есть у тебя? Ты же знаешь, я однолюб. Есть одна, которая нравится. Блин, как же ей повезет, я даже чуть-чуть ей завидую. Тем более ты же у нас без пробега. Ну, я могу сказать, что ты ее знаешь. В смысле, кто это? Асеня? Айгер? Махпалка? Ну, первые четыре буквы это Лаур. Так, Лаур. Лаур? Тезка, что ли? Блин, кажется, у меня нет таких знакомых. Слушай, Нурбек, я очень сильно спешу. Дай, пожалуйста, гель-смазку Дюрекс. Гель-смазку Дюрекс? Ну да, с ней гораздо круче. Блин, тебе как же повезет твоей будущей девушке. Ладно, Нурбек, давай пока его.